А вот французские школы. Обратите внимание, учитель держит какой-то маленький iPad и такие же iPad-ики у детей на столах. У всех у них еще наушнички такие прелестные. Я уверена, что им не надо просить туалетную бумагу, когда они идут какать. Посмотрите, какая классная. И как мало детей в школе. Смотрите, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, может быть, 10-12 человек. Все. И у каждого свой девайс. Сколько там игрушек. Как там классно. Насчет спизженного. Значит, в 1600-х годах жил такой Чарльз Пиралт, который сочинил много сказок, в том числе Mother Goose. Не знаю, знаете ли такие, но в Америке все знают Mother Goose. Little Red Riding Hood. Красная шапочка. Было написано Чарльзом Пиралтом. И Синдерелла, Золушка. Еще он написал Ridiculous Wishes. Вот видите, вот у вас не было, наверное, никого, кто писал бы, да? У вас были все неграмотные в 1600-х годах. Мне кажется, Симонян. Копия Симонян.